Раз, ох ты, зайка золотой. А теперь, опа, серебряный, отлично. Единорог? Да, русалка. Зачем мы взяли? А, у меня вот такая кукла есть. Только ее кроссовки. А вот это что, не пойму? Беременная Барби, что ли? Нет. А как это понимаешь? Это из коллекции, где они, короче, очень шарнирные и занимаются разными йогами, не знаю. Баскетболом, футболом. Ну что-то живот у меня такой большой. А это вот такая вот. А здесь вот такая вот. Я принесла, которая умеет летать. А я принесла, которая умеет купишь два набортика. Купишь. То есть купишь? Да. Спасибо. Вот. У меня есть вот такая вот. Ну и какая-нибудь еще. А вот это новая. Крыска. Енот. Крыска и енот? Это лимон, по-моему. Да, это лимон. Я узнаю этот хвост. Это сколько? 309? 369 стоит? Не. Это что, коза? Это не лемур, это лемур. Ну, бери этот. Давай. Давай, внучка. Ну что, все? Или еще будешь смотреть? Давай еще. Ну, давай еще посмотрим. Я сказала все, а не все. Ну, давай, давай. Ну да, на кассу нам, да? Да, на кассу. Стой, 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 на месте, стой, я ж тебя снимаю. По правилам безопасности, если человек с ребенком поднимается, ребенок должен стоять впереди. Ну хорошо, хорошо, ладно. А если его спускаются, то ребенок... Извини, я не знал. Ну, если ребенок упадет, то родители поймают. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно
мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!